программы прозвучит еще одно произведение Мендельсона в исполнении солистов Москонцерта Сергея Судзиловского, Светланы Орловой и Виктора Ямпольского. Я помогу немножко с пультами. Это трио, фортепианное трио, написанное Мендельсоном где-то в 30-е годы. И по выражению Роберта Шумана, это одно из самых выдающихся произведений в этом жанре. Мы сейчас сумеем в этом убедиться, а я вспомнил одну фразу, принадлежащую деду композитора. Он был философом, Мозес Мендельсон. Он произнес, что, вероятно, эту фразу можно было бы отнести именно к этой музыке. В ней незаметно пота, того пота, который может стереть с лица искусства истинный талант. Thank you.